недавно мы видели с братом, со старшим он как раз. И он сказал, что все-таки кузнечик, он меня научил играть. Тоже было это не постоянно, а так раз поиграл, потом забросил, чуть-чуть попробовал, забросил. В 2004 году, да, открылся класс гитары в музыкальной школе. Я туда пришел, уже будучи в 9 классе. Меня не хотели брать туда, потому что поздновато было для 5-годичной программы гитарной. Но все-таки почему-то они рискнули и меня взяли.